птичью кормушку опять феи повадились. День добрый, офицер. У меня сегодня приступ феефобии. Дави, мразь, крыложопую. Коп ты в конце концов или где? Ну, граждане гангстеры, вы тут зависаете дальше. Я всего лишь дом пытаюсь продать, подумаешь? Все просто пытаются ужиться друг с другом. Все расы разные. Но это не значит, что кто-то из них лучше или хуже других. А где твоя дань толерантности? В машине сидит. Я об этом не просил, но весь мир смотрит. Я понял, я тебе не нравлюсь. Чувак, я к тебе в друзья не напрашиваюсь. Нет, тебе надо одно, чтоб ты меня прикрывал. Не заливай. Людей много, что выдает. Рожа, например. А что рожа? У тебя рожа человечка, которому жена не дает. Вот только подмигивать не надо. Всем постам требуется подкрепление. Триадом 9 выдвигаемся. От режиссера отряда самоубийц. Может, подмогу подождем? Ну и есть подмога. Это что? Эй! Эй! Стоять! Это волшебная палочка. 22 декабря. Новое супероружие, исполняющее желание. Просите, чего хотите. Стать выше, ниже. 10 миллионов долларов. Палочку не трогать. Не для тебя этот райончик. Сначала убьют тебя, потом меня. А потом начнется полная жопа. Волшебную палочку надо вернуть. Такому в академиях не учат. Это уж точно. Уилл Смит, не расслабляйся. Джилл Эдгертон, погнали. Яркость. А вдруг мы в пророчестве? Ни в каком мы не в пророчестве. Мы в угнанной Toyota Corolla. Только на Netflix. Владелец ресторана мой клиент, поэтому нас приняли без брони. Лучший столик дали. Уверен, и угощение от шеф-повара будет. $55 за стейк? У них отличное мясо. $35 за лосося? А отсос к лососю прилагается? Автор сценария и режиссер Ноа Баумбах. Вы Мэтью, сын Гарольда Майровица? Да. А это Дэнни, тоже сын Гарольда Майровица. Не знала, что у него два сына. И дочь. Пап, ты точно справишься? Я только рад провести время с отцом. В детстве я, считаю, его и не видел. Дебильная игра! Пап, ты охренел? Марин плющит. В Италии любых мелких птиц берут во фритюр. Так печально. В Италии совсем не осталось пичужек. Всех съели. Ты познакомишься с разными интересными людьми. Я в колледже и месяца не протянул из-за наркотиков. Это Гарольд Майровиц. Вы в списке на открытый показ, а это закрытый. Чушь какая-то, херь собачья. Пап, она тебя прекрасно слышит. Пап! Адам Сэндлер. Бен Стиллер. Дастин Хоффман. Ни разу не видел, как Джин бегает. Да, вот так и бегает. Что случилось? Быстрей! В чем дело? Бежим, бежим! Эмма Томпсон. Марин? История семьи Майровиц. Ай! Ногами драться? Ау!
13 октября. Держись, друг, сейчас мы тебя вытащим. О, нет, нет, не надо. Здрасте, здрасте. Сэр, вы без одежды. Я сейчас жениться должен. Простите, я вас не слушал. Я очень стараюсь не смотреть на ваш болт. Бенни, слушай. Привет! Чувак, где тебя носит? Тут все на взводе. Пойми, наконец, не придет он. Еще как придет. Меня арестовали. За что? Самый страшный кошмар Роба. Алло! Повторяется. Снова и снова. Не извращенец я. Я просто спешил к невесте. Нет. Опять этот сраный лифт. Нет! Фильм от Netflix. Мам, спаси меня. Я не знаю, что делать. Я голый в 20 кварталах от церкви, а последний час повторяется снова и снова. Как это голый? На людях? На мне бумажный пакет. Так из мусора и рубашку сварганить можно. Зацикленный. Ты пьян? Жени. Показывай. Чего показывать? Наш танец? Нырнули и лежим. Ну что, понравится его бабе? Получит он под жопу мешалкой. Где ты? Что с тобой? Я лечу к тебе. Она предпочла тебя мне. И это твоя благодарность? Эта женщина заслуживает идеальную свадьбу. Блин, надо только чуток распустить. Проще тебя с лестницы спустить. Мне нужен твой костюм. Хрен там обойдешься. Кому сказал, снимай костюм? Колено. Колено! Рука. Получил. Голышом. Ух. Дэвин, даже не начинай. 11 августа. В 1922-м главным предметом гордости была твоя земля. Твоя земля и твой сын. Жена хотела, чтобы мы все это бросили. Давайте переедем. Городская жизнь не про нас. Разведемся? Мы оба знаем, ты этого хочешь. Фильм компании Netflix. Жизнь несправедлива, особенно здесь. Я считаю, в душе каждого из нас живет другой человек. Человек коварный. Я продам дом. Ты мой сын, и ты поедешь со мной. Это наш дом. В 22-м году я убил жену. По мотивам повести Стивена Кинга. Лимонада не желаете, шериф? Можно дома смотреть? Сбежала всего с одним чемоданом. Сумасшедшей надо быть, чтобы такой дом бросить. Самые страшные тайны похоронить невозможно. Не подходи! Мы из-за тебя прокляты! Надеюсь, Бога не существует. Ведь если нет Бога... Значит, нет ада. 1922. Автор сценария и режиссер Зак Хилдич. 20 октября. Для Рут последней каплей меня ограбили. Что украли? Бабушкино серебро. Стала ложка. Полицию вызвала? Да. Тоже мне проблема у нее. Ложки!
Люди такие скоты. Только о себе думают. Успокойся. Да пошли они. У меня такое чувство, будто я на дне омута. Дышать не могу. Люди так друг к другу относятся. Как дал бы... В пятак! Кевин, тихо! Может, тебе помочь чем? Фильм от Netflix. Сезам, откройся. Есть. Полиция! Ваш сын забрался в мой дом. Я без понятия, где он может быть. Если заделались с Мстителями, не обижайтесь, когда по башке получите. Какие у тебя глаза красивые. Ну да. Чего ты хочешь? Чтобы люди перестали быть скотами. Я не позволю тебе никого пристрелить. Еще раз. В этом мире я больше не чувствую себя как дома. 24 февраля. У нас сегодня новенький. Гарри, добро пожаловать. Что ж, я не так давно женился. Гарри! Милая! Она совершенство. Лучше нее нет никого на свете. Но я никак не могу наладить отношения с моим пасынком Лукасом. О, ты смотри, червячков накопал. Вот и поговорили. Он не смотрит мне в глаза. Почти не говорит. Только орет, чтобы я убрался из его комнаты. Пошел вон! Сделал себе этого придурочного козла. У меня такое чувство, что он... Воплощение зла. Ага. Фильм от Netflix. Не расскажешь, от кого ты родила Лукаса? Помнишь, я говорила, как по молодости мне башни сорвало, и я вступила в одну вроде как секту. Нет, что-то не припоминаю. Члены секты верят, что однажды ад извергнет дитя, которое поработит человечество и возвестит конец света. Походу, он то дитятка и есть, а ты — его отчим. Не наговаривай на Лукаса, он просто своеобразный. Пацан! Он во всем виноват! Ты говорила, это нормально. Все дети говнюки. Так и есть. Дети и правда говнюки. Но тут другой уровень. Он на вершине говнёвой цепи. Сын! Сатаны! Художником будет. Берегись! Жуть какая! Блин, чувак, успокойся, ну! Успокойся? Мы в кукурузном поле! И что? Назови хоть один фильм с хэппи-эндом в кукурузном поле! Ну, не знаю. Поле чудес вроде ничего. Маленькое зло. Наш долг — строить будущее. Защищать. Поддерживать гражданское население. В связи с этим, строго-настрого запрещается в гражданских стрелять. Нельзя одновременно им помогать и их убивать. Невозможно, хоть ты тресни. Да. Фильм от Netflix. Война идет уже 8 лет. Учитывая вашу репутацию и целеустремленность, надеемся, вы, наконец, доведете дело до конца. Большинство из нас знает генерала Макмана как человека, который дал Аль-Каиде по яйцам. Не за что! Приведи войска в порядок. Улучши кое-где статистику, покажи всем красивые графики. Покончи с этим. Дело гиблое. В Афганистане можно застрять навечно. Поэтому я выиграю войну. Мы намерены двигаться в новом направлении. Что за новое направление? Мы превратим Афганистан в свободную, процветающую страну. Улыбочка для камер. Очень похоже на старое направление. От продюсеров игры на понижение. Я сюда приехал не штаны протирать и не сраные бумажки перебирать. Так точно! История о политике войны. Моя задача — проследить, чтобы вы сдерживали свои личные амбиции. США! И все вместе! США! Брэд Питт. Мы наставили на этих людей пушки и пытаемся их убедить, что мы хорошие. Я не видел оружия! Только ты сможешь это сделать. Твое дело не побеждать. Твое дело разгрести бардак. Машина войны. 26 мая. Алло.
это доктор Джейн Мэттис. Да, дата рождения 2 февраля 1900. Доктор Мэттис? Нора, вы ошиблись. Нора, посмотри на меня. Дай мне осколок. Это ошибка. Я помогу. Нет! Нет! Что ж, памятная дата. 2 года. О чем сегодня поговорим? Я должна помогать людям. Я слишком долго этого избегала. Я взяла пациента с ПТСР. Фильм от Netflix. Здравствуйте. Вы, должно быть, Алекс. Я хочу научиться жить заново. В этом цель наших сеансов. Я не вижу себя. Диссоциация. Я постоянно возвращаюсь туда. Вы хоть представляете, каково это? Да, я сама. Вы что? Я... Нора, вы ошиблись. Это ошибка. Простите, я... Я пойду. Джейн. Что? Ваш прогресс остановился. Она на вас напала. Хватит зацикливаться, не всем можно помочь. Я везде вижу Нору, я схожу с ума. Ошибка. Ошибка. Нет. Ошибка. 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 Нет. Клинический случай. Что за девушка? Простите, я Сэнди Уэкслер. Можно поговорить? Я менеджер артистов. Сэнди не был большой шишкой. Он был мелкой сошкой, но он был незабываем. Интересно. Король фальшивого смеха! Зачем притворяться? Это же Эдди Мерфи. Он смешной! Вот это он дает. Бывает, увидишь его на приеме и думаешь, его-то кто пригласил? С дороги, отойдите. Куда отойти-то? Он одевался, как столетний дед. И обладал манерами осла. В следующий раз сам себе кетчуп принесет. Но менеджер он был отличный. Ты настоящий Векслер. Я тебя люблю. И я тебя. Почему ты заботишься обо всех и никогда не думаешь о себе? Такой уж я есть. 14 апреля. Агент — это деловой партнер, а вот менеджер — член семьи. Я на все готов ради своих клиентов. Через тернии. Если я такая звезда, почему я до сих пор здесь? У тебя не было меня. К звездам. Восходящую звезду не остановить. Ученые это доказали. Ну что, пора за работу. Почему свет погас? Он на выключатель облокотился. Неправда. Что? Я ни при чем. Это не я. Сначала. Сэнди Уэкслер. Пока. 14 апреля. В регионах отмечается всплеск криминальной активности. Кто вы? Волне преступлений не видно конца. Да все знают, что ты втюрился в Люси. Том, зайдешь сегодня? Ага. Люси? Стоять! Тебе повезло. Осколки телефона здесь и здесь прошли мимо височной доли. Побочки будут? Если произойдет что-то необычное, немедленно сообщи мне. Какой-то тип на меня пялится. Что, если твоя реальность получит апгрейд? Я никогда не была жертвой. Я должен был помочь. Ты не виноват в том, что ты не герой. Они были там. О чем ты? Дома, у Люси.
Я знаю, что вы сделали. Говорят, какой-то мститель объявился. Устроил разборки с бандами. Попались. Если вызываешь дьявола, будь готов к тому, что он явится. Так где же наша Люси? Я тебя в порошок сотру. Им это с рук не сойдет. Ложанулись. Раскрой свои силы. Ай-бой! Ты особенный, Том. Ты особенный. 27 января.